Ну да, из двух земли и ведра воды получается два блока глины. Хотя четыре глины получится. Ай. Ох уж эти рецепты. Ладно, согласен. Мне в комментариях написали, что глину можно было получить намного проще, а не изводить столько гравия. Ну и ладно, ну и ладно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей. Продолжаем играть на сборке путешествия к центру Земли. Путешествуем. Я тут немножечко расчистил площадочку. Это все будущий огород, наверное. Ну или там посмотрим, что будет. Вот, также я прокачал Кирку до уровня олова и добыл олова. То есть теперь с помощью олова я смогу вот в этой печке сделать что-нибудь посерьезней. Ну, например, ту же бронзу. Ну, кстати, почему бы сразу не сделать? Так, а что у нас там сейчас вообще внутри? 6 железа, 7 блоков. Этой самой. Кстати, его надо, наверное, слить. Да, я тут уже немножечко автоматизировал самую малость. Так, и посмотрим, что там у нас по квестам сдано уже. Так, пока я бродил, ходил, и у меня же тут квесты как бы сдавались. Вот, например, убил слаймов, за это дают картошку. Клява! Так, не доубивал скелетов. Добыл редстоун, кстати. Так, все хорош. Там, по-моему, их не так много было, этих блоков. Так, сколько у нас? Еще три, да? Ну ладно, давай еще три. Так, редстоун я тоже добыл. За это дадут артефакт. Ну это хорошо. Так, достаточно. Сколько у нас? Один блок и три ингота, да? Ну давайте сделаем. Так, ну вот эти блоки мне понадобятся. Ну, вообще понадобятся. Мне ж надо делать какой-нибудь там молот, не молот. Да, я уже сделал касты, ну бланкасты для того, чтобы потом сделать молот. Так что, в общем-то, да, понадобится. Кстати, о рыбках. Вот надо бы мне. А, по-моему, как раз хватит, да? По-моему, как раз хватит. Если три вот таких, из них можно сделать, да, из четырех блоков чего-нибудь. Ну, например, того же железа. Да, можно сделать Toolforge. Или других каких-нибудь блоков. Ну ладно, это мы будем делать, наверное, немножко потом. Вот, а пока что наслаждаемся победой. Так, значит, добыл я редстоун очень глубоко. И это очень, кстати, сложно добывается, потому что там внизу такое происходит. Я себе не представляю, как дальше там буду копать, потому что очень часто нарываешься на какой-нибудь отравленный блок, который потом тебя травит, и ты там потом стоишь, лечишься еще очень долго. Так, ладненько, сдаем редстоун, выбираем какую-нибудь, не знаю, вот эту сумку, например. Так, и что-то мне тут сразу полегчало. Ух ты, что это такое? Valuable gold staff в коре. Так, эффектив pickaxe. Convert to emeralds when dropped. Эффективная кирка. Что ж она, интересно, может? Так, ну у меня, во-первых, ночное видение включилось. Это клево. А, и Night Vision у него, да? Так это клево. Так, ладненько. Sacred Oak Sapling. О, это я знаю, что это за саплинг. Это здоровенная фигня, между прочим, которая, если вырастет, так вырастет. Отложим. Я ее не буду сейчас выращивать. Ну, там здоровенный дуб вырастет. Хотя можно будет его потом топором тем же. Топором тем же порубить. Ну ладно, потом. Это не сейчас. Так, ну кстати, вот эта вот эффективная кирка, что же она может делать? Ну-ка, вот допустим, я хочу вот этот коридор немножечко увеличить. А, вот так, настолько эффективно. А, ну она тратится. Ну, железо. Так, а она может, не знаю, там обсидиан, например. Кстати, а что нам дает обсидиан? Так, обсидиановая кирка, у нее уровень обсидиан. Вот это уже интересно. Я так думаю, что мы сейчас пройдем на один уровень быстрее, чем я планировал.
Так, у меня уже места для коблы нету. Кстати, там у нас, по-моему, где-то был какой-то квест, который, если пройти, что-то за это дадут. Так, так, так. А вот, кстати, голову скелета, оказывается, нужно. Подтверждаем. Блок серебра. Да. Так, вот это сердечко откинем. Дальше что? Дальше что? Вот эту картошку, наверное, надо посадить. А что с ней еще делать? Вот я же там огород не просто так копаю. Так, вот тут я буду садить этот самый тростник, а где-нибудь, я не знаю, вот тут. Давайте как-нибудь типа вот так сделаем. Тут у нас будет картошечка. Отлично. Кстати, из этой картошки, наверное, можно чего-нибудь сделать. Типа вкусного. Пожарить. Сделать какую-то... Драска с потейто. Что еще? Можно нажарить какой-нибудь еды. Так. Тофу. У меня тофу есть просто. Картошка, морковка. И морковка есть. Так, соль, мука. Так, морковка у меня есть. А ну-ка давайте... сколько там? 7, да? Давайте 7. Ой, 8 сделал. Это лишнего. Так, картошка есть, морковка есть, тофу. А, тофу у меня мало, да? Так, а есть у меня тут где-нибудь... что, нету, да? Соябин еще не подросло? Не подросло. Ну ладно, допустим. 4 тофу. 4 этого, 4 этого. И еще нужно... еще нужна мука. Так, для этого мы, наверное, возьмем вот так. Раз, два, три, четыре. Сделаем муку. Так, мука делается с помощью какого-то такого. Вот такого. Так. Да, получается мука. И понадобится нам еще вот такая штука потом. Понадобится соль и вода. Так, давайте серебро сюда откинем. Что-то я так резко занялся готовкой еды. Ну, просто как бы поднадоело, что вообще-то питаться-то плохо. Поэтому, наверное, и занялся. Так, соль плюс мука. Где она? Вот она. Отлично. Получается тесто. Так, есть. Вот, и теперь вот эта штука плюс морковка, плюс картошка, плюс тофу, плюс тесто. Получается chicken pot pie. Так, ну и нормалек. Ну и нормалек, все. Так, это все тогда, кухню все откидываем сюда. Вместе с солью, с вот этим, с вот этим. Так, а вот этим питаемся. Ох, сейчас мы как наедимся, а. Знаете. Вот это сейчас мы наедимся. Их надо все равно съедать, потому что они быстро портятся. Вот такая фигня. Так, а вот эта штука, то что она Night Vision, это вообще, конечно, хорошо. Так, что я хотел? Я хотел попробовать добыть обсидиан с помощью этой суперкирки. Если добуду, то это будет вообще супер, если честно. Кстати, а чё обсидиан? Если я могу сразу, может быть, алмазы добыть. Это будет вообще класс. Ну, вообще-то. Так, а я знаю, где он у меня, понимаете? Ну, я имею в виду, где у меня этот самый, алмазы. Я уже их находил, ну, то есть на уровне редстоуна, там где-то 16 уровень и ниже. Да, там все это есть. Идти далеко, правда, но что еще делать? А, кстати, я тут уже отметку ставил, чтобы быстрее искать. Так, кстати... Гляньте, какая красота. Это же дно. Это дно. Так, ночное видение. Это вообще, конечно, замечательно. Там меня убивали не раз. Гляньте, кстати, тут внизу незарак есть. Леваш, а вот и алмазы. А ну, где это чудо-кирка? Где это чудо-кирка? А, в этом смысле. Она уничтожает сразу. А нет. Ну, ясно, ясно. Так, а что я там хотел обсидиан добыть, да? Так, ну здесь лавы-то нет. Что я сюда иду? Да, так, ребятушки, я чтобы... Вот,
Все это надо объект. Так, я хочу телепортнуться домой. Ой, чуть не сдох. Потому что, ну, во время записи, конечно, бегать по этим самым не очень хорошо. Ой, извините. Так, ну ладно, будем ее использовать как фонарик тогда. Ой, что-то там нам гадя нагадила. Ой, да два раза, вот ты молодец. Молодец какая. Тут у нас все растет, вообще замечательно. Так, я уже, кстати, много чего открыл. Знаете, вот этот весь ряд. Следующий нужен аж 18 XP. Немало, скажу так. Так, хорошо, значит, гамбургеры будем кушать. Смотрим, что там у нас дальше по квесту. Помнится мне где-то вот тут что-то я тоже прошел. Так, ну, во-первых, вот дадут сноуболы, клево. Так, за это дают апгрейды, клево. Один из апгрейдов, я так думаю, что есть смысл уже поставить на кобблстоун, потому что он у меня не помещается уже весь. Так, этот апгрейд потом для чего-нибудь используем. Так, снежки. Из снежков можно сделать голема снежного, как мне писали в комментариях, опять же. Вот, но в чем штука? Тыквы-то у меня все равно нет, так что я пока снежного голема не смогу сделать, извините. Так, дальше, дальше. Вот что нужно сдать. Вот что нужно сдать. А, у меня ключа нету, да? Ладно, ключ потом. Ага, вот пластик. Вот пластик, это мы наделали уже. Пластик мы уже наделали. Так, у нас вот 20, его где-то тут я еще жарил, по-моему. Да, вот 64. Кстати, пластик мне открывает, получается, доступ к машинам из Mine Factory. Так, а что тут, кстати, надо? Flower Pot. Ну, тут рецепты все очень даже несложные. Вот эту штуку можно, кстати, построить. Вот эту штуку вообще даже надо построить, я думаю. Ну ладно, это когда мы начнем генерировать энергию. Так, пластик щит есть. Выбираем какую-нибудь сумку. Так, это мы ставим вот сюда. Так, а в сумке давайте посмотрим, что есть. Ладно, я пластик пока сюда положу, раз у нас тут все резиновое. Динамит. И всякое такое. Какой-то набор крипера. Не крипера, а скелета. Так, Fire Resistance. Да, это классная штука. Instant Health. Вот это надо вообще всегда с собой носить, потому что иногда, когда копаешь... Так, ну и вот это тоже, наверное, тогда. Динамит мне сейчас пока что не нужен. Кстати, а что там из него можно скрафтить? Так, that card only used for crafting. Так, а что из него можно... А, удочку вот такую сделать, да? Ну, клево, конечно, но я думаю, что не сейчас. Так, пластик тоже сюда. Хорошо. Что нам еще даст наш этот самый? Так, ну, 32 нитки. Ну, нету у меня 32 нитки. Кстати, хочется спросить, сколько есть? Две всего. Ну, можно удочку сделать, можно что-нибудь половить на эту удочку. Кстати, стрелы я тут тоже подкапливаю, ну, так, чтобы были. Так, так что сюда просто пусть будут тут. Мышу надо ловить, но вот где ловить, я не знаю, где мыши живут. Они вообще-то живут в пещерах, насколько я знал раньше, но здесь что-то я их не встречал. А, нет, я встретил одну, помните, мы спускались вниз, там здоровенная дыра была. Это я встретил мышку, она нафиг мне все взорвала. Так, а ну-ка, что тут у нас еще, кстати? Так, у нас есть сервальс-генератор. Вот генератор надо делать. Генератор однозначно надо делать. Я добыл же редстоун. Я уже, по-моему, говорил, да? Так, есть у меня где-то тут железо. Кстати, железо надо будет, наверное, еще пожарить. Так, пока тут у нас есть. А, у меня оно есть, да, железо? Хорошо. Так, нужно сколько там? Два... Один пистон или два? Я уже что-то подзабыл. Так, это возьмем. Кобблстоун, где-то я тут видел лишнее. Вот он, лишний кобблстоун. Так, значит, редстоун. Ух ты, какой рецепт интересный. Так, пару поршней. На что я там еще хотел поршень, не помню уже на что. Ну, в любом случае, лишним, конечно, не будет. Так, сделаем два пистона. А я один сделал, да? Так, сделаем два на всякий случай.
Кстати, пистон можно поставить на откидывание, на какой-нибудь Tinker's Construct, например. Так, хорошо, значит, там нужно будет нам еще, ага, не так, а вот так. Так, раз, два блока. Так, это сюда, это сюда. А какой там, кстати, а, double compression. Так, два железа, печка еще нужна. Так, мне кажется, мне нужен еще один верстак. Кстати, о верстаке. Кстати, о верстаке. Так, вот в этом моде, где он тут, будь он не ладен. Genius Surface. Есть какой-то классный верстак. А ну-ка, давайте посмотрим. Так, Джинни. А как он пишется? Ой, вообще не то написал. Вот. Так, что за фигня? Вот. Вот где-то здесь есть такой какой-то двойной верстак. Я что-то его прям хочу, если честно. А, вот он. Нет, это с очком, это вообще портативный, да? А вот вот так он делается. Доски, два верстака. А, тут верстак и сундук. Понятненько. Так, два этого. Так, а доски, что у меня с досками? Так, ну-ка, давайте это уберем. Верстак с доской, да, получается там. Раз, два. Так. И потом вот так, типа, да? Так. И вкопнем его куда-нибудь вот сюда. О, какая красота. Теперь у меня даже три верстака. Так, ладно, на чем я там остановился? Мне нужен много кобблстоуна. Потому что мне нужно сделать double compression. Так, это у нас будет 7. Так. Это у нас будет еще, да? Так, это у нас будет 8. Блин, мне же 9 надо. А, ну да. Вот для чего нужен двойной. Так, отличненько. Значит, это ставим самый верх. Сюда этот самый. Сюда так. Железо. Что-то, по-моему... А, там печка еще нужна, да? Так, ладно, возьмем еще. Сделаем печку. Так, по-моему, вот так, да, было? Так, тут два кобблстоуна. И одно железо. Так, железо у нас там... Да, еще есть. Так, вот оно, оно. Так, и наконец-то у нас генератор выживателя или выживания. Так, блок угля дают. Спасибо. Так, портабл танк. Ключ. Ключ. Хорошо, спасибо. А что, некуда взять? Да, бывает. Так, где мы его поставим? Где мы его поставим? Ну, давайте где-то... Где у нас будет оборудование-то стоять? Очень интересно мне знать. Ну, давайте где-то тут, если что, будем увеличиваться в ту сторону, да? Он, кстати, мне тут факел сжигает воздух. Это он нехорошо придумал. Давайте как-нибудь вот так все расставим. Так, все есть. Ну, прямо как-то вот так поставим. Закинем сюда блок угля, пускай жарится. Так, хорошо, дальше. И вот теперь забираем награду. Да, хорошо. Так, вода, флур. Так, это, ага, вот такая мука, понятно. И 16 ляписа. Дают 4 слайм-спавнера. Прикольно. Так, ну ляпис у меня есть, в принципе. Вот, кстати, ляпис бы подкопить на чуть-чуть другое, ребят. Так, да, на чуть-чуть другое. Так, вот это вот мы сейчас сюда откинем. Это тоже сюда. Это вот сюда.
Так, ведро лавы, я так думаю, надо залить вот сюда. Пригодится. Так, а ну-ка, что там нам в сумке дают? Ага. Растения. Так, а если траву посадить? Если траву посадить, то она, ну, наверное, нет, не даст. Так, хорошо. Ладно, спасибо за вот эти все украшенница. Так, это можно вообще куда-нибудь вот сюда посадить для красоты. Так. Так, а где-то у меня еще были цветочки? Нет уже. Брал. Так. Так, you know, tools are pretty bad. Let's collect some items to beef them up a bit. Hmm. Заспавнить 4. Зачем они мне нужны? Так, ну тут открывается потом к саплингу, да? Так. Если нам дадут лаву, то нам потом дадут Sketchling drink of... Ну это, по-моему, еда. Hardhead. Ага, с фонарем. Прикольная шапка-то, вообще-то. 8 ведер лавы. Что, попробовать добыть? Ну а почему бы и нет? Так, подождите, у меня ж... я ж там за что-то получил, по-моему... Или не получил? А, это я ведро получил, да? Так, ну в принципе... А, я ж вот что могу сделать. Я могу сдать квест. Чик. Так, это квест вот тут. Да, и мне дают 3 тростника. Отлично. Который тут же нужно садить, наверное. Так, ну морковку, картошку, это, конечно, надо собирать. Вот я не знаю. Она все равно портится потом. Просто понадобится ли она мне потом в больших размерах, вот тут вот вообще не знаю, если честно. Так, ладно, надо сделать, наверное, все-таки наконечник для кирки правильный. Ой, она у меня сильно побитая. Так, наконечник для кирки, это у нас, допустим, из бронзы, это у нас 3 этого, да, и 1 олово. Вот оно, 1 олово. Да, я думаю, нам так столько хватит. Так, у нас тут еще железо, алюминий. Вот алюминий сейчас по-любому с чем-нибудь соединится. Так, железо тоже бы надо вылить. Так, ладно, мы сейчас закинем, наверное, вот так. Так, так. Лишнее посливаем. 2 ингота еще. Кстати, они мне понадобятся, чтобы починить, собственно, кирку. Можно, конечно, дождаться, когда она сама починится. Так. Так, почти. Так, что там у нас? Еще один. Так, медь сейчас должна получиться из нее бронза. Так, 4 слитка бронзы, отличненько. И где у нас тут наконечник для кирки? Так, прекрасненько. О, отлично, починили. Так, иди сюда. Так, ее в руке можно, кстати, апгрейдить? А жаль. Так, это сюда. Точнее говоря, вот так. А это вот так. Так, и у нас получится на уровне тин, да, манит 327 из 437. То есть, если сейчас я ей долго покопаю, то она у меня апгрейдится до уровня обсидиан. Не обсидиан, а, наверное, редстоун. Так, а ну-ка, кстати, много там надо? Много. Майнинг левел, майнинг XP 331. Ой, ну это 100 блоков надо выкопать. Ладно, я сейчас-то, конечно, копать не буду. Вот, кстати, железо-то лучше забрать, конечно. Так, ну, значит, к следующей серии, наверное, это смогу сделать. Так, что там у нас еще из хорошего? Попробовать сдать 8 ведер все-таки. Так, убить зомбей, убить скелетов. Получить артефакт.
или Iron, или... Артефакты мне что-то понравились, ребят. Так, а что тут нам нужно? 16 ведер сдать. Получим кактус. Пауков поубивать. Ну, кстати, пауков поубивать тоже хорошее дело. Ладно, а ну-ка, что там еще у нас? Ну, давайте сделаем печку тогда, что ли. Печка тоже вещь полезная. Только мне, наверное, меди не хватит, да? Сколько тут нужно? 4 на 1. Надо сделать не этот самый. Надо сделать не печку, а дробилку лучше. Так, а ну-ка, пульверлазер. Чего там? Пульверлазер, по-моему, из двух алмазов делается. Да, два алмаза надо будет. У меня нету. Ну и опять же из меди. Медь надо накопать там и так далее. Так, можно сделать тулфордж, в принципе. То есть, если сейчас пожарить все свое железо, потому что железо, в принципе, уже появляется часто. Так, а именно мне нужно будет 4×9, 38, да? Вот, 38 железа. Если бы оно еще все попало. Сделать тулфордж и сделать вот такой вот хаммер мне. Вот тогда я буду копать немножечко лучше и буду, соответственно... Я буду вообще супер. Так, вообще-то это ночное зрение, это, конечно, клево, но только оно свет-то, по сути, не дает. То есть я буду все равно в любом случае в темноте, да? Просто будут ли мне вот это вот, мое безумие, вот это вот, портиться в результате или не будет, не знаю. Так, а ну-ка, давай-ка. Так, еще есть бронза. Можно из бронзы сейчас что-нибудь сделать. Например, тот же самый меч. Потому что у меня просто обычный железный, который, собственно, никакого эффекта не дает, да? Так, есть у нас тут... Так, у нас вообще есть бронзовое лезвие, но нету... Рукоятки нету. А я ее делал, не делал, не помню вообще, если честно. Так, а ну-ка смотрим, есть рукоятка? Да, она-то есть... Так, можно сделать вот так. Или лучше сразу делать что-нибудь из бронзы такое побольше. Ну, типа... Это на Тулфорджи нужно делать, да? Большой-то меч. Ну да, да, я лучше сделаю большой меч из бронзы. Или лучше даже из железа. Итак, 38 этих самых. Включаем. И у нас тогда получится Тулфордж. Так, где-то у меня тут были кирпичики. Вот они три, да? Так, это пока откинем. Ой, как ты долго наливаешь. Вот, и у нас получится тулфордж, если мы вот этот столик разберем немножко. Так, вот у меня есть вообще-то топор. Так, кстати, о топоре. Надо пойти дерево покопать, пока на дворе тихо. Так, вот это мы сейчас поставим вот так и вот так. Так, так. Гамбургеры быстро тратятся, конечно. Кстати, можно за лавой сбегать пока. Я знаю одно место, где есть много лавы. Нам же 8, по-моему, лавы нужно. Вот, вот это мы сейчас и сделаем. Заодно и наваляем кому-нибудь там еще. Ну или мне, как обычно. Так. Ля, как светло стало с этим артефактом. Ой, какая красота, гляньте. Все видно. Всех этих гадов. Не так, конечно, как-то даже не очень страшно. Ну вот и медь видно теперь. Вон есть медь. Так, о, кстати, вот эту руду так сильно люблю. Гляньте, какая красота. Уголь тебе, железо. Не помещается даже все. Ой. Кто такое сказал? О, вот он. Так, сейчас. Сранец отходит еще что-то там. Три эмеральда, клево. Вот тебе еще и железо. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот. Мне вот интересно, я успею ее забрать, пока не появятся эти самые
Это что сейчас было? Ну, ведра, два ведра получается. Это еще хуже, чем одно. Блин, у меня тут кислород кончается, ребят. Вот это я вот... А, я его набираю, я опять заливаю. Так, ясненько. 7. Угу. 8. Так, оно есть куда поместиться? Есть. Запрыгивай. Побежали назад. Так, 8 ведер. Сейчас воды тогда... Ой, не воды, а этого лавы сдадим. Ой, сколько деревьев у нас навырастало. Замечательно. Так, ну вот то, что все классно так видно, это, конечно, вообще классно. Так, вон зомбак стоит. Ну-ка, что у нас там за лук вообще? Лук, который не достреливает. А, не достреливает. Чуть-чуть повыше. Ладно, допустим, мы не смогли. Так, а что там на мне наложено? Ничего не наложено. Что-то как-то медленно хожу вроде как. Так, вот с ведром так лавы не шутят вообще-то. Нельзя закрывать калитки ведром лавы. Можно запросто ее вылить. Так, 8 этих самых. А ну. Ой, блин, у меня там, наверное, сейчас все повыливалось, да? Как-то не долилось. Ну вот, 4 этих самых есть. Это хорошо. Так, и я могу сделать тулфорж теперь, получается. Знаете, чего я боюсь? Что он у меня где-нибудь по заданию так и знай будет. Вот так и знай, где-то будет по заданию. Где-нибудь, наверное, в районе Tinker's Construct. Что-то я прям даже уверен. Так, а что там у нас? Убить 4 крипера, инвар сделать, ясно. Так, Tinker's Construct, это вот... Угу, тут побивать зомбей... Понятно. Вроде бы нет, но по-любому где-то же должно быть задание, в котором нужно собрать Toolforge. Ну и ладно, соберем. В конце концов, я так думаю, оно должно засчитаться потом. Так, поставим его куда-нибудь вот сюда. Все, и теперь я могу делать правильные кинжальчики. Так, ладно, но этим я буду заниматься потом. Сейчас мы сдадим, наверное, лаву. Где-то нам же тут назадавали лаву. Где-то вот тут, по-моему. Так, сколько нужно? 8 ведер. Дадут шапку. Класс. Так, ставим ее сюда. Сначала выбираем квест. Я такие шутки уже знаю. С невыбранными квестами. И сдаем. Класс? Класс. Так, и тут у нас место вроде бы есть. Так, забираем. Ну что возьмем, Lord Hand или какое-то питье какое-то. Ну давайте вот эту косточку, что ли. Ура. Так, и шапка. Stop Fin Block Damage. Так, останавливает падение блоков. А, то есть если меня привалит, так это даже и не привалит тогда. Ну так это вообще супер тогда. Так, ну что ж, ребят, на этом все. Спасибо, что посмотрели. И всем пока. Что там открылось? Portable Tank, Fused Quartz. Нормально. Всем пока.